У нас нет никакого абсолютно намерения и интереса пересекать границу Украины. Абсолютно. Мы очень хотим только, чтобы работа была коллективной, и чтобы те бесчинства, которые Запад пытается замести под ковер и представить ситуацию в таких, знаете, благостных тонах и красках, чтобы это было прекращено, и что Запад осознал свою ответственность. И президент потребовал от тех, кто имеет сейчас власть на Украине, и от их западных покровителей принять срочные меры, чтобы пресечь эти бесчинства. И он сказал, что мы будем защищать права русских и русскоязычных на Украине, используя весь арсенал политических, дипломатических и правовых методов. Мне к этому нечего добавить. Здесь должна быть честная работа.